И привет всем, дорогие, я Марка, с вами Марка, и мы будем делать ледяное, не знаю, получится ли. У меня кристалл растет, он медленно растет, но он уже большой такой, ну и большой так, чуть-чуть такая полосочка стала. На 3 секунды, я не знаю, нам понадобится ложечка, мисочка, вообще цитраборат или жидкость для линз, но можно взять жидкость для снятия лака. Можно краситель. Я взяла вместо красителя блестки и клей. Вообще канцелярский, но я взяла фуа. Наливаем клей. Фуа. Он у меня размешан водой. Наливаем немного. Наливаем чуть-чуть клея, добавляем, добавляем жидкость. Добавляем немного. Размешиваем. Не знаю, получится ли. Наливаем нашу массу блесток. Или краситель этот неудобно. Добавлю все. Я добавила густок и размешиваем до такой массы. Я размешивала достаточно долго, но вот что у нас такая жижа непонятная. Сейчас я покажу. Ну, все получилось. Это еще надо его оставить на ночь. Так мы хорошо уже мешать. А пока будем ждать. В следующем видео я, наверное, покажу. Ну, если я его сниму. И осталось 3 дня. Ну, и на третий день после этого видео будет Новый год. Да, но не считая этого дня. И поздравляю с Новым годом и желаю счастья. Вот я всегда думала, как все остальные делают лизуны. Было ужас, как сложно, я кучу раз пыталась, у меня ничего не получалось. На лизун это самое долгое. Короче, долгий процесс. Завтра у нас будет в школе праздник. Последний праздник за всю эту неделю. Последний урок. И у нас забрали дневники. Вот я здесь одна сижу дома. И не понимаю, что мне делать. Сейчас я покажу вам мой кристалл. Вот мой кристалл. Он такой непонятный, конечно. Еще не сформировался. Вот видите, вот эти вот белые. Это будущий кристалл. Так что надо быть поаккуратнее. Вот я включила YouTube. Здесь я все видео просто пересматриваю. Я очень много всего смотрела и не нашла почти ничего подходящего. Я здесь лазю, пытаюсь что-то найти. Вот я лазю на YouTube. YouTube это моя любимая. Вот, кстати, глаза ужаса. Я не понимаю, как здесь играть, поэтому... эти штуки, но очень прикольно будет. Здесь очень что-то
от непонятности. Скажите, пожалуйста, вы смотрели? Напишите в комментариях, короче, вы смотрели «Наследники»? Две части там было всего лишь, где Мэл, там все эти злодеи, где были с чудовищем, они замужем вместе, и уже все это. И там, я, короче, ничего не знаю. Я почти ничего не понимаю. Вот я здесь смотрю. Трум-трум, я очень много смотрю. Песни на русском, песня крайне «Отпусти меня». Я с вами в следующий раз просмотрю. Мне самое интересно очень. Вот я здесь смотрю, здесь очень много трум-трум. Школьные принадлежности для Барби. Вы серьезно? Ой. Вот, кстати, «Сенси Стресс». Здесь смешных новогодних пранков над друзьями. «Гринч» я смотрела. С трум-трум. Это недавно что-то вышло. Или не знаю, здесь 50 безумных вещей с Алиэкспресс. Я их, конечно, люблю смотреть, но я еще не заказывала ничего. У меня очень много везде чего-то. Я всегда что-то где-то нахожу. Не знаю, зачем. Здесь опять «Бери и делай». Вот канал есть хороший тоже. «Бери и делай». Так, давайте сейчас зайдем на него. Тут такая вот... Смотрите, вот «Бери и делай». Здесь... Ого, сколько подписчиков здесь. Я даже не знаю, смогу ли я проговорить. 3 778 117 подписчиков. Говорю. И если вы хотите подписаться на этот канал, или вы уже подписаны, ставьте лайк. Если вы подписаны, я оставлю ссылочку в описании. Тут нарисована, ну, такая лампочка, которая светится. Здесь очень много. Я не подписываюсь, когда я на компе лазю, так что... Ну, потому что у меня здесь не получится подписаться. Так, у меня подписан на этот канал, кажется, на телефоне. Вот я здесь смотрю, здесь у меня все время выскакивает неприятные звуки против приятных через трум-трум, блин. Для пары. Я говорю, здесь можно лазить и лазить. Кто? Я очень всю массу иду. Не знаю, что здесь такого. Я здесь... Кстати, подписывайтесь на Ярика Лапу. Очень прикольный канал. Мне понравилась именно одна часть. Это где Lost. Lost 1, Lost 2 и так далее. Мне очень понравилась эта его часть. Здесь много чего. Здесь даже про тайны Бермудского треугольника. Ой, у меня уже все заговаривается. Сама заговариваюсь. Здесь грехи даже есть. Ой-ой-ой, для клона Барби. Смотри, здесь написано 12 лайков, лайфхаков для куклы Барби. И на картинке нарисовано, что кукла Барби жарит на гриле. Здесь для девушек есть, конечно, лайфхаки еще. Здесь можно сделать красивый волос, но я не считаю этого далеко еще. Помните, я снимала видео про кукол? Да, вот. Это я просто издевалась сама над собой. В Майнкрафте. Вы серьезно? В Майнкрафте есть яйцо лунтика. Здесь реально просто так написано, и поэтому я что-то удивилась даже. Я смотрю очень много детских клипов, но они меня как-то заворожили очень сильно. Вот здесь куча новой, вот. Я даже не помню, Таня Волкова, кажется, потому что у меня уже совсем прям плохо. Вот здесь подпишитесь, посмотрите ее клип. Цвет настроения школьный. Я каждый день, когда иду в школу, я его слушаю, не знаю зачем, но
О, и посмотрите один сериал. Здесь есть два сериала. «Тайны острова Мако» я не поняла, из чего это взялось, но мне понравилось именно H2O, просто добавь воды. Ну, английская H2O, а О русская. Есть куча всякого. О, есть здесь еще. О, мама, Секрет Моаны. Ой, здесь картинка с черным Казамоном. Мне чуть сердце не остановилось. Принцесса Диснеевский в образе супергероев. И серьезно, это уж слишком. Здесь даже есть 10 удивительных отсылок из Диснея. Вот, здесь куча всего тоже. Мне, ну... Ладно, на следующем видео я с вами присмотрю, что там, как играю. Так что, до следующего видео. Пока-пока. С вами была Марка. Подписывайтесь на канал. Ставь лайк.